455 мировых патентов, более 70 стран мира, которые знают бренд Парафарм. И сегодня мы представляем Фемаклин для женского здоровья. Это лучшее предложение только сегодняшнего дня. Один единственный день. Дорогие наши телезрители, кстати, именно Фемаклин внесен Роспатентом в реестр 100 лучших изобретений России. Почему? Да потому что каждая женщина в возрасте постменопаузы, она испытывает снижение качества жизни. Какие серьезные проблемы? Это недержание мочи, циститы, воспалительные заболевания половых органов, нарушение гормонального баланса полностью организма. И мы понимаем, что даже дисфункция прямой кишки, которая вызывает значительное снижение трудоспособности и качества жизни. Недержание мочи страдает от 30 до 68% женщин, именно по данным Министерства здравоохранения. Одна треть всех женщин отмечает подобные нарушения. Как себе помочь, как не навредить, как получить только натуральный состав, сегодня говорит бренд Парафарм со своим лучшим изобретением, и это Фемаклин. И представляет сегодня Листрата Дмитрий Геннадьевич, главный эксперт бренда Парафарм, руководитель медицинского центра «Секреты долголетия». Да, Дмитрий Геннадьевич, да, еще расскажите, раз. Пожалуйста, Фемаклин, для кого вы сегодня рекомендуете? Вот я говорю, Фемаклин выстрадан врачами, потому что врачи женщины у нас в основном, то есть они вот этот препарат прям выстрадали на себе. Для кого он нужен? В первую очередь женщинам, которые хотят продлить свою молодость. Это опущение матки. Вот. Никто не занимался этим вопросом. Укрепление сфинктеров мочевого пузыря. Никто даже не подходил к этому вопросу. Женщины были брошены. Фемаклин позволил что сделать? Он с 2,5 раз за ночь, если женщины вставали, до 0,5 доходит, спят теперь хорошо. Нормализация гормонального баланса. Ведь мы впервые в мире поняли, что женщинам важны не эстрогены, как нам обычно говорят. Женщинам важны и мужские половые гормоны, тестостерон. Мы открыли молодильное яблоко. Понимаете как? Мы воздействуем на все причины развития вот этого процесса женского старения. В этом главное достоинство. Вот посмотрите, еще в чем главное достоинство Фемаклина. Вот это есть защитный слой мочевого пузыря, так называемый муциновый слой. Вот если он разрушается, то, пожалуйста, вся микрофлора заходит в кровь. Отсюда развивается цистит. Так вот, Фемаклин что делает? Он препятствует разрушению вот этого муцинового слоя мочевого пузыря. Вот этого свойства не было ни у одного препарата для женщин в возрасте. Так вот, вас 21 миллион в России женщин. Кто вас защищал? Доктор Фемаклин не зря вошел в список 100 лучших изобретений России. Говорю, препятствует опущению внутренних органов. Кто вас этим защищал? Да никто. Понимаете? Поэтому вот гинекологи, которые хоть раз вот узнали про этот Фемаклин, они сейчас они все, каждый друг другу рассказывает. Многие даже пациентки приходят, рассказывают о феноменальных действиях Фемаклина. Никто не хочет от него уйти. Поэтому вот эта награда, премия фармацевтов «Зеленый крест» говорит о чем? Что сами фармацевты, которые вот хоть раз узнали вот про этот Фемаклин, они все на нем сидят пожизненно. Почему? Потому что он защищает от основных процессов старения женского организма, укрепляет сердечно-сосудистую систему. У вас это никто, ни один препарат от Климакса это не делает. Он на 10% расширяет артериолы, он не дает опускаться внутренним органам. Проблема есть, даже у молодых девчонок есть опущение внутренних органов. Да. Так вот этот Фемаклин это препятствует. Укрепление сфинктеров мочевого пузыря никто не делает. Зуд и жжение влагалища, это сухость влагалища, ну, мужчины это не понимают, хотят секса, а женщины-то не могут это. И мы получаем больно. Сегодня, Дмитрий Геннадьевич, сразу две упаковки. Это 120 таблеток абсолютно безопасных, без противопоказаний, со сроком годности 2 года, чтобы мы говорили о женском здоровье легко, чтобы в период постменопаузы не было проблем, чтобы вам было легче, вы избавлялись от недержания мочи, не было ни в коем случае цистита, поэтому, конечно же, выбирайте сегодня наше главное предложение дня. И правда, что, Дмитрий Геннадьевич, что благодаря Фемаклину можно уйти с именно гормональной терапии, да, это, с заместительной это, по сути, своя реальная это альтернатива менопаузальной гормональной терапии. Да, менопаузальная гормональная терапия считается золотым стандартом. Но какие противопоказания? Вот я говорю, мы прямо это читаем. Вот рак. 40% это, ну, рака как раз вот это проходит у женщин от менопаузальной гормональной терапии. Понимаете как? Это тромбозы. Это, ну, как вам сказать, это...
разрушение сердечно-сосудистой системы. Кто этим занимался? Никто этим не занимался. Так вот, если стандартное лечение фитоэстрогенами улучшает качество жизни женщин всего на 30, мы этот подняли показатель до 80%. Вот в чем наше главное достоинство. И самое важное, мы останавливаем основные процессы старения. Говорю, разрушение сердечно-сосудистой системы. Ведь, ну, женщина вступает в менопаузу, у нее сразу проблемы с давлением наступают. Кто тормознет? Вот это фемоклим, говорю. Еще 5 лет. Укрепляет костную ткань. Вот это свойства вообще не было ни у одного препарата. Он даже, говорю, это идет за 6 месяцев 1,5% укрепления костной ткани. А насколько уровень гормонов поднимается, мы же тоже померили. У нас идет увеличение уровня эстрадиола и тестостерона. И у нас процесс омоложения организма идут. Ведь мы, по сути своей, открыли это молодильное яблоко. Ведь женщины, которые вот пробовали фемоклим, ну просто радоваться начинают жизни. То есть у них уходит депрессия, у них уходит, улучшается настроение. Они вот это... Да, неврологи, прям этот, ну, вот это замечают. Я говорю, мы все же прошли эти шкалы Хатса, шкала Спилберга, индекс Купермана. Все проверили, и везде блестящий показатель. На 40, 50, 70, 80% улучшение качества жизни женщины. То есть она, ну, из Мегеры превращается в обычную любящую женщину. Ну, так более того, у нас очень хорошие положительные отзывы от наших телезрителей, что в течение месяца, уже спустя месяц, действительно, не только прекрасное настроение, но еще и многие уходят от постоянной сдачи анализов на гормоны, потому что они себя чувствуют гораздо лучше. Попробуйте и вы. Сегодня фемоклим 120 таблеток, абсолютно натуральный, без противопоказаний, 2 года срок годности. А, Дмитрий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, сегодня за счет чего, да, работает, если здесь нет никакой химии? Вот я говорю, мы впервые в мире применили такое вещество, как трутневый расплод, который обладает омолаживающим действием на организм человека. Человека, да, и является донатором энтомологических гормонов, прогестерона, это эстрадиола, тестостерона, из которых организм начинает в печени строить свои собственные гормоны. И вот это мощное омолаживающее действие на весь организм. Если бы женщинам нужны были эстрогены, то пиво лечило бы любое заболевание. Но практика показывает, что это не так. Понимаете, женщинам важен именно тестостерон. Из тестостерона женщина сама сделает нужный ей эстроген. И вот я говорю, идут... Все клетки у нас организма умирают и рождаются. И у нас идет омоложение, способствует повышению тестостерона, омолаживает организм. Спасибо большое всем, кто делает сегодня заказы. Не забывайте при покупке 2 товаров Валериана П в подарок от бренда Парафарм и при покупке на сумму 4990 рублей Гемонорм для здоровья сосудов и капилляров в подарок. Сегодня последний эфир в 2023 году. Не пропустите, звоните, заказывайте.